У нас теперь новый закон. Хочешь пить чай? Бери агрегат и качай. Итак, полчаса на полчеловека, да? Да, на одного человека в день. Полчаса работы. Вот это я накачал сейчас 1,5 литра, где-то минут за 15. Неправда, Эдик. Или правда? Так что у нас есть свой фитнес, свой зал с тренажерами. И главное, абсолютно бесплатный. Каждый раз, когда идет качок отсюда. Экономьте воду. Идет вода пресная.